Депутаты Народного собрания Дагестана в преддверии нового учебного года посетили республиканский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей. Делегация во главе с первым вице-спикером регионального парламента Юрием Левицким осмотрела корпус, где в этом году по программе провели капитальный ремонт. В здании заменили систему водоснабжения и водоотведения, отопления и освещения, провели внутренние работы. Также по программе технического оснащения в каждый класс закупили интерактивное оборудование и мебель. Поставки ожидаются со дня на день. Цифровая лаборатория – это значит то, что все данные с помощью вот этих цифровых датчиков, они сразу выстраиваются на табло. С их помощью, используя специальные программы, которые у них уже в них заложены, можно построить графики зависимости, так, то есть быстро получить результат, быстро его обработать и более точно его обработать. Напомню, многопрофильный лицей в этом году отмечает юбилей 35 лет. Юрию Левицкому рассказали об успехах учебного заведения. Например, в прошлом году аттестат с отличием и золотую медаль получили 42 выпускника. Также это единственная образовательная организация, где робототехника входит в список обязательных предметов. Всего здесь три направления – информатика, физика и гуманитарные науки. В новом учебном году за парты сядут более 1000 новых учеников. Набор ведет с 7 класса.